Попов Иван Фадеевич родился в 1914 году в Архангельской области. Перед войной Иван Фадеевич служил в Эстонии, в городе Ракфере, в звании старшего лейтенанта. Началась Великая Отечественная война. Жену с двумя маленькими детьми он отправил на родину в Архангельскую область. Поезд часто бомбили самолеты. Эвакуированным приходилось прятаться от взрывов в лесу. Больше месяца семья добиралась до родных мест. А Иван Фадеевич воевал. В одном из боев был тяжело ранен и направлен в госпиталь города Ленинграда. После излечения ему был предоставлен краткосрочный отпуск. Ему удалось повидаться с родителями, сестрами, женой и детьми. Это была последняя встреча. Иван Фадеевич был направлен на Свердловский Нижне-Сергинский завод. С Урала писал своей семье: «Мы везем на Сталинград такое оружие, от которого побегут фашисты». Это были знаменитые «Катюши», которые сыграли огромную роль в Сталинградской битве. В этой битве Иван Фадеевич, политрук, погиб смертью храбрых. Это рассказ о родном брате моей прабабушки Нины Фадеевой. В нашей семье мы храним память о нашем герое и гордимся им.